Мероприятие началось с минуты молчания в связи с трагическими событиями в городе Кемерово. Затем состоялась церемония вручения наград особо отличившимся сотрудникам и военнослужащим. Сегодня в состав управления Росгвардии по Архангельской области входят подразделения лицензионной разрешительной работы, вневедомственной охраны, специальный отряд быстрого реагирования и отряд мобильный особого назначения. В 2017 году росгвардейцами совместно с сотрудниками органов внутренних дел выявлено более 2000 нарушений условий хранения оружия. В ходе спецоперации бойцами ОМОН и СОБР из незаконного оборота изъято 20 единиц огнестрельного оружия, более 15 тысяч различных боеприпасов, по подозрению в совершении преступлений задержано более 500 граждан и пресечено почти 10 тысяч административных правонарушений.